Ничего, я включил тренер на бесконечную жизнь, потому что, блин, мне эта херня достала вообще, блин, пипец какой-то. Действительно, вот сколько я играл, такого никогда не было, блин. Ну. Конечно, помню, блин, только что это пытался пройти, нахуй. Смотрите, что за хуйня? Ну что за пиздец? Смотрите, они меня атакуют бесконечно. Смотрите, смотрите. Я бы уже сдох. Вот смотрите, вот опять. Опять. Вот это я уперся в эту фигню. Видите, я бы уже давно бы сдох. Ай, блядь. Бля. Какой-то пиздец. Сейчас опять через свет пройдут и меня ударят. Ну вот я же сказал, смотрите. Не знаю, может эта версия игры такая кривая, блин, потому что раньше у меня другая была установлена. Я качал заново. Ой, я прям на свету стою. Все, короче, зажгу сейчас. Отлично, блядь, батарейка теперь кончилась. Смотрите, что происходит, а? Вот, смотрите, он прям, вот смотрите, он прям прошел через свет, а ну я даже этот комментировать не хочу, этот пиздец. Прям на свету стоят и меня бьют. Ой, блядь. Нажал на уклонение, ничего не уклонилось. Давай перезаряжай быстрее. Все, блядь. Видите, какой... Я даже не хочу это комментировать. Все правила, которые в этой игре были, все тут нарушилось. Через свет проходит. Нажимая на кнопку уклонения, ничего не работает. Если этот тренер поломает мои сохранения, ну нахуй, короче, блядь. Я лучше еще раз 5 посмотрю прохождение от того же Dark Side Feel, чем, блин, буду сам играть. Потому что реально, блин, какой-то пипец. То ли версия игры такая кривая. Ну смотрите, они через свет не должны проходить. То есть свет их должен останавливать, и они тебя атаковать не должны, когда они на свету стоят. Потому что, когда свет на них светит, то они... Рукой от него как бы загораживает лицо. Отходит назад. Вот, оттуда они проходили через свет, как будто его не было. Такого быть не должно. Ну а то, что я нажимал на кнопку, он не уклонялся, так эта хуйня, она была, в принципе, всегда. Так что тут ничего удивительного нет, просто, блин, бесит, когда так происходит. Так. Значит, версии игры у меня 1.00.16.3.2.0.9. Вот, а тренер вот так выглядит. Тут все мигает почему-то. Вот он. Хок называется. Вот. Alan Wake Skid Row версия Update 1. Вот, такой тренер. Если кому интересно. Я всего Alan Wake без тренера проходил, но тут я не знаю, что за пиздец такой.
Почему вдруг такая хуйня? Так, это мы сейчас в этом центре. Для людей с проблемами. Так, и тут где-то должен быть секретик. Смотрите. Бух. Сын. Тут должен быть секрет где-то. Двери не открываются. Да я не знаю. А, вот она. Бери. Видели, коллекционная игра? Все, тут вроде больше ничего не должно быть. Сейчас будет клёвый момент. Вот ещё одна игра коллекционная. Я, если кто не знает, но я все не находил, конечно, но некоторые знаю где. Смотрите, он прям в воздухе висит. Типа как водолаз в воде. Сейчас прикольный будет момент. Лодка будет, короче. Часы. Сейчас мы возьмем, разлетятся слова. Clear, типа очистить. Или что там было? My house? It's very appropriate. I can help you reach it. But after that, you will be on your own. I cannot enter the cabin now. The dark presence made sure of that on our last encounter. You are facing yourself, the parts of your mind that are hard to control. This is not a fight anyone else can win for you. Все, он исчез. Смотрите, тут, короче, нет ничего. Мы зажигаем тут. Появляется, короче, скала. Еще рок, рок, рок. Это, короче, скалы. Он еще... Это прикольно. Бот — это лодка. Сейчас на лодке, я же говорил, будет лодка, короче. Туда мы потом попадем. Надо прыгнуть сейчас. Смотрите, да, круто. Там внизу озеро. Так, теперь нужно эту штучку. Подождите, куда он целится-то? И все упало вниз. Куда он целился? Вот эту штуку надо снять. Все, поплыли. I was glad to have Zane with me in this place. He knew the terrain, such as it was. But part of me wondered if he was... Прикольно вообще. After so many years in this place. Хум. Прикольно, да, все висит в воздухе, короче. Как во сне наркомана.
Пошел нахуй. Все. Перекручивается. Блядь. Перекручивается. Перекручивается. Все кверх ногами, короче. Пошел нахуй. Смотрите, видите, дом крутится. Что за хуйня? Как он упал вниз, я не понимаю. Что ж за версия игры-то такая глючная, а? Как он упал вниз? Я не знаю, что происходит. Теперь телевизор не хочет опрокидываться. Он упал вниз и продолжал что-то говорить, короче. Теперь я не могу оружие поменять на пистолет. Это что такое? Тут все, короче, зажигать надо. И это все будет крутиться, и мы будем перемещаться. Я только что батарейку поменял. Надо все подсветить. Так, вроде все. Теперь нужно будет аккуратненько перебраться. Вон туда. Куда он? Я не нажимал на кнопку. Он приземлился на кровать, и все. Я ничего не нажимал. Почему он сам пошел вниз, я не знаю. Короче, давайте я лучше потом как-нибудь продолжу, потому что я не знаю, что происходит в этой игре. Наверное, тогда я как... У меня раньше другая версия игры была. Вот это у меня сейчас 1.00.16.3.09, а раньше у меня была какая-то другая. Вот. У меня не было... У меня вообще ничего подобных глюков у меня вообще не было. Я говорю, это правда что-то непонятное. И это даже не из-за тренера, потому что в прошлом видео я тренер не использовал, и все равно какие-то необъяснимые глюки были. Так что, наверное, ну... Я не знаю, сейчас я не буду скачивать, потому что как бы мне особо нет желания. Вот, ну... Я не знаю, что за хуйня. Я, наверное, лучше еще раз прохождение Фила посмотрю, вот. Просто если кто не знает, то вы как бы вот по этим двум видео, которые, да, вот это второе, первое было, предыдущее, по этим двум видео вы как бы можете понять теперь, что это такое, если кто не знает, это как бы считайте, как демонстрация была, вот. Но я не знаю, такие глюки, я просто не знаю, как это объяснить, кроме того, что глючная версия игры вот это попалась. Вот, потому что я играл раньше в Alan Wake, когда я в прошлом году делал прохождение. Потом я игру удалил. Сейчас я вот решил заново поиграть, скачал другую версию, то у меня была. Вот, поэтому я не знаю, что за хуйня. Такого быть не должно. Эти чуваки через свет не должны проходить. Свет их должен останавливать. Когда, например, на кнопку уклонения, он должен уклоняться. Он не уклоняется иногда. Вот. И сейчас непонятно. Я прыгнул на кровать, остановился, а он почему-то дальше пошел и упал вниз. Ну, не знаю, короче. Ладно.